запомни имя Асала. Не забывай, как твоя армия у нас сосала. Всем привет, ребята, и огромный привет, кто со стрима, потому что наверняка уже вы поняли, о чем речь пойдет, о чем видео. Вот, сегодня у меня такая история была в игре на Advanced RP Yellow. Обычно мы тут играем, да. Вот, ситуация такая. Меня позвали в кап состав ВРМ. Я согласился, там, типа, новое что-то будет для канала или тому подобное. После этого меня сообщают, что якобы ник Алик нельзя использовать в русской мафии. А я говорю, а кто это сказал? Нет, ты типа Александр Галиарди. Ну, я уже не так подумал и сразу понял. Ну, ясен, извиняюсь за мат, ясен хер, блядь, что Галиарди бы только помудрился столько сказать. Я помнил, что у меня раньше ник был на Yellow, когда был в РМ, Алик. Ну, не помню, какой Фома был. Алик был у меня стопудово. После этого у меня началось конфликт с администрацией, я им в репорт пишу, типа, почему, объясните, они где-то 10 минут думают, Галиарди отказывается отвечать на вопрос, хотя он был в сети. Потом, я помню, прекрасно отвечает на вопрос Дима Зоткин и Родриго Астера. После я Родриго Астера попросил зайти в скайп, созвониться, он скайп отдал, но не взял трубку. Типа, я его оскорблял на стриме и все дела. Да, я не отрицаю, я оскорблял, но у меня было причины на это оскорбление и тому подобное. Далее, переходим по теме. Я им говорю, ребят, почему нельзя поставить ник себе Алик? Дима Зоткин меня берет, отвечает. Просто я в шоке был, типа... Алик не русское имя, он под, типа, он европейское имя и более популярен, грубо говоря, я потом скриншот прикреплю, чтобы вы увидите его ответ. Грубо говоря, он популярен в Армении и в европейских странах, в европейских странах. Я им такой вопрос задаю, ребят, ладно, он популярен в европейских странах. А Россия не входит в строй в европейских странах. Они меня отвечают, Россия не входит в Евросоюз. Ладно, Россия не входит в Евросоюз, это мы... Блядь, сука, тупой, блядь, я в шоке, сука! Европа и Россия разные вещи, вообще, это пиздец! Ясно знаем. Но как может быть Россия... не является частью Европы. Если Россия не европейская страна, то почему, пожалуйста, ответьте мне, сборная Россия по футболу играет в Евро в 2016 году во Франции? Тогда почему он играл? Он только должен был играть там по сборной, там, по мировым, как там, тому же подобное, играет Бразилия. Почему Бразилия не играет в Европе? Потому что не европейская страна. Они, конечно, южную американскую Копа Америку играют. Может, я в шоке, может, Россия является частью Африки. Может, я не знаю, это какой-то 2К17, новые там, не знаю, географию, они адвансовские администраторы, какой-то новые, блядь, пусть знают, что они придумали. Я просто в шоке. И попрошу вас, ребят, может, я ошибаюсь, может, вы правы. Просто оставьте комментарий, и что вы думаете по этому видео и по отношению администрации к моему ответу, как они умудрились ответить, что Россия это не европейская страна. Всем спасибо за просмотр, ребят, поставьте лайки, вам это не сложно, а мне это приятно. Всем удачи, всем пока.